Ну а за нашим столом сегодня по многочисленным просьбам и вашим заявкам дуэт Александр Эграмжан и Людмила Соколова. Люда, первый раз у нас. Мне кажется, что некоторые судьбы тебе тоже близки, потому что я знаю, да, что у тебя и семья была очень верующая и пела в церковном хоре. Мне кажется, какие-то переплетения и сходства ты находишь в судьбах героев сегодня. Дело в том, что вот я сегодня на программе как в святой воде искупалась. Это правда. Классно, молодец. Это правда. Я говорю от сердца. И сегодня ничего не надо придумывать, не надо притворяться, не нужно изображать праздник. Сегодня именно настоящая жизнь вот здесь, здесь. И я думаю, что люди смотрят не случайно. Я хочу сказать о своей семье. У меня очень большая семья. У моей бабушки по маминой линии. Бабушка дожила до 95 лет, была истинно верующим человеком. До сих пор ее помню, до сих пор за нее молюсь. Песня даже есть, посвященная бабушке. У нее было 11 детей, 45 внуков, 23 правнука и 3 праправнука. Вот в этот момент бабушка ушла и говорила, что Бог про меня что-то забыл, все никак меня не забирает. Вот. Но она передала все свои знания и всю свою глубокую веру и мне, и всем моим детям, а у меня их 4. А это твой старший поет? Сын, который закончил Нижегородскую духовную семинарию. Он пока еще не рукоположился, еще пока думает, потому что у него столько талантов внутри. Что сказать, у нас очень много людей воистину верующих, мы молимся за всех. И вот знаете, вот сегодня каждый человек, вот мне кажется, что я прониклась очень глубоко просто историей каждого, судьбой каждого. Спасибо вам большое, потому что сегодня приду домой, буду рыдать. Я настоящая плакальщица. Мы с бабушкой, помню, обошли все-все поминки всех, кто уходил из этой жизни. Мы всегда с бабушкой были первыми, кто приходил, их провожал. Мы всегда пели с бабушкой много. Дедушка мой играл на гармоне, потрясающе просто. У меня дети все ходили в хоры, в церковные хоры, заканчивали духовную вот семинарию. И мы действительно можем стоять на коленях по 6-7 часов. Это по-честному. То есть не ради галочки или пойти просто в храм, а вот просто действительно вот такие у меня дети. И что мы пели? Что мы пели? Пели прекрасные песни, помню, вот одна из них была «На много голосов». Тети мои пели «Подари мне платок». Никогда в жизни я не пела сама эту песню. Очень хочется, чтобы меня поддержали. Да, у нас здесь сегодня, посмотри сейчас тебя. Валера! Подари мне платок, голубой лоскуток, и чтоб был по краям золотой завиток. Не в сундук положу, на груди завяжу, и что ты подарил, никому не скажу. Все вместе, пожалуйста. Не в сундук положу, на груди завяжу, и что ты подарил, никому не скажу. Спасибо. Я мечтала стать с Валерой. Спасибо вам большое. Но сегодня мечты исполняются у всех. Саша, ты, напомню, 32 года, да, он уже на пенсии, как акробат-эквилибрист и артист цирка, но, чтобы ты понимал, вот эти две Оли просто от тебя без ума, и для них сегодня такой бальзам, что ты здесь. Моя мечта сбылась. Саша потрясающий, и когда я ведь не просто так его нашла, я его нашла в соцсетях. Случайно увидела человека, который поет песню «Люби», причем так поет, что диапазон, мне кажется, безразмерный, вот так. Как у вас. Спасибо вам большое. Великолепные стихи. Я отмечаю именно это как стихи. Не просто слова к музыке, а действительно настоящие, Сашенька, стихи. Может быть, не скромчить вернее. Я всегда скромно на эту тему. Да, ему все это говорят. Сложно сказать, что это я написал и это, и это. И так случилось, что Саша буквально скоро сочинил песню. И сегодня мы услышим этот дуэт, авторская песня. Александр Эграмжан, Людмила Соколова. Это было красиво!
что было когда-нибудь, останься в моей памяти, как главный человек. И пусть плывут кораблики в разные стороны куда-нибудь, та самая секунда превращается в года. Это было красиво, это была любовь, ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываясь, все остыло, и я снова влюбляюсь. Это было красиво, это была любовь, ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываясь, все остыло, и я снова влюбляюсь. Останься в моей памяти, как друг и враг истории Титаника. Останься в моей памяти, как лекарь и палач. И пусть летят с молитвами дожди, смоют обиды все. Останься в моей памяти, как главный человек. Это было красиво, это была любовь, ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываюсь, все остыло, и я снова влюбляюсь. Это было красиво, это была любовь, ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываюсь, все остыло, и я снова ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываюсь, все остыло, я снова влюбляюсь. Это было красиво, это была любовь, ее великая сила меня поднимает вновь. Это было красиво, на волю вырываюсь, все остыло, и я снова влюбляюсь. Это было красиво, друзья! Спасибо огромное, что были с нами. На следующей неделе тоже будет красиво. Берегите себя и своих близких. До встречи в воскресенье в программе «Песня».